Всем привет! Привет всем, серенький! Не будем отвлекать водителя, поговорю с вами я. Сегодня воскресенье, выходной. И мы решили, чтобы зря не проходил такой прекрасный день, потому что на улице тепленько. Ну, правда, такое, то солнышко, то пасмурно, но тепло. Ветерочек. И ветерочек немножечко. Ну, ничего, мы решили выехать на ту сторону Днепра, немножко побыть на природе. Сейчас едем, Аню с Лешей заберем, они с нами поедут. Чисто так, пожарить сосиски, подышать воздухом. Короче. Я похожу, рыбу Сережка погоняю. Рыбу погоняет. Вот, вот такие у нас планы на сегодня. Сейчас заберем Аню с Лешей, заедем в магазинчик и поедем хоть на полденечка потусим. Сейчас уже темнеет, позже можно погулять хорошо. Можно, да. Скажи. Вот так вот, ребятки, так что оставайтесь сегодня с нами. Всем хорошего дня, прекрасного выходного. А, это же уже выйдет в понедельник. Или во вторник. Я еще вчерашнее не выложила. Да. Да, в любом случае, или рабочий. Вот, смотри, еще одна машина с велосипедом. Ага, это Сережка. Видно, где-то покатушки какие-то. Наблюдаем, едут машины с вот так прицепленными велосипедами сзади. Серый джип, черный. А, к фаркопу там что-то. На фаркоп одевается. А на том джипе тоже на фаркоп? Да. А я думала, что есть какая слепучка к этому прилепливается. Ага. Да, скотчем двухсторонним. Ой, капец. Вованчик сегодня уезжает, так что ребята с нами не поехали. Хотя хотели, Вика хотела, а потом решили, что це мы бы торопились, потому что ему же уезжать вечером. Ну как вечером? Так ему же вечером, часов 5. Ну, это уже вечер. Ну да, поэтому едем сами. Думали, будем возле Днепра, заехали на дачу. Серый ушел буквально на полчаса и принес уже 3 рыбины. Правда мелкая, но честно говоря, щучку не можно было выпустить, но она глубоко взяла. Красавчики. А? Щучка в сетке была, да? Была. Когда-то да. А, что ты бачишь подерта, да, типа? Да. Не, постарай, не бачим? Да, хватит. Ну все, бачишь? Все. А, да, передавлена. Выскочила из сетки. Тут она маленькая, глянь, уже была в сетке. Капец. Тут браконьеров хватает. Бедненькая. Сейчас плюхаться будет. А это такая пузатая, это что? Это же икра. Да. А это окуни, да? Угу. Да, два окуня. Короче, жарим мы сосиски. Ребята, Лешка у нас тут заведует. За шеф-повар мангальный. Чи як там? Мангал меню. Сосиски у нас тут, ну, тут накрыто. Такая, приехала на 5 минут. На 5 минут. Воздухом подышать. Вот тут у нас такие, вот, все подышать. Скромненько. Пропедалировать вопрос приехали. Да, все у нас тут скромненько. И еще и рыбу здесь в этом пожарим на мангале. Вообще класс. Це дача рада мені любить. Ти мой добытчик любимый. От мамонта добыл. А ми быстро ти, конечно. І що, даже я думала, ти если словиш, то буквально з третього заброса. Думала, если ти словиш, то тебя фіг оттуда вытащиш. Чесно говоря, вернуться хочеться. Да? Да. Ну, покушай, ну сосиски вже готові. В общем, ми там не могли. Общаемся, тусим. Все, ребятки, много снимать не будем, хотим трошки оливки. Соль такая там закаменевшая, может попробую ее там поразбить. Мы уже в городе, уже Вику забрали по пути. Дочь захотела за руль сесть. Вот, везет нас домой. Едем уже, Аню с Лешей завезли. Вот, так что, да. Хорошо сегодня время провели на природке. Я прям, мне уже это, позихаю, в сон клонит. 8 часов, а я бы уже спала. Ну, вот спать хочется прям лечь. Надышались воздухом, кислородом. Выехали с города, это прекрасно. Да, зайка? Ты наш водитель любименький. Брат мой все говорит, давайте Вике ездить, чтобы она ездила. Ой, а куда все я поехала?
А поедем по Пасторовской, все правильно. Можно было по Смелянской, а можно... Я не поняла, на каком мы кольце. А, да? Ты перепутала? А я не пойму, что моросит дождь у нас? Тут дорога такая. Ну ничего, зато по Пасторовской там хоть нету светофоров. Так что нормально. Ё-моё, разбито, все разбито. Ага, ну мост. Черкасы уже все по домам, воскресенье, хотя тоже движение такое удивительно плотное достаточно для воскресенья вечер. А, ну сегодня же все возвращаются с сел, с дач, кто где там был. Угу. Вы ничего, что на левом ряду? Не, ничего, стой, нам красный. А чё нам, какая разница, тут же ж нету этих знаков. А вон. Я вижу. Так, туда-сюда. Нравится тебе в этой машине? Лучше, чем в «Жигулях», да? Хочется поменьше трошки. А, типа что, объемная, маленькую хочется? Объёмная. Угу. И чё, потом вкусишь. Да. Да, я наоборот люблю, чем больше, тем лучше. Так, ты мне скажи, где нам тут. До следующего светофора едем. Вот этого сейчас? Что будет светофор? Вот сейчас, да, мы поворачиваем. Да, мы там налево поворачиваем. Это будет Пасторовская. Новый день, доброе утро. Дождь у нас льет. А я уже собралась на работу. Сейчас буду убегать. У меня сегодня это рабочий день. Уже выходные закончились. И еще тренировка сегодня. Так что, ай, камеру оставляю. Ну, мы уже вечером увидимся. Я хочу этот... Скажите, я скажу. Сегодня готовить, надо кушать. Дома шаром покати. Так что вот такая обстановочка. Все, всем хорошего дня. Сегодня 8 часов. 25-е. Да, 100%. Хух, пришли домой. С Викторией занимались сегодня. Ох, я как-то устала. Купили скумбрию такую вкусненькую. Хочется. Потом мясо на котлеты. Это хлеб белый. Батона не было. Макароны, пасты хочу. Это и сырочек такой. Ой, моя роза осталась с букета. Все уже здесь. Зефир съели. Вкусный очень. Анечка, спасибо, с Лешей. Так. Котлетки с подливкой хочу сделать. И макарошки длинненькие. Вермишель. С твердых сортов. Фу, шесть никакая. Уставшая. Вот так. Так. Сказали, прям так мне захотелось скумбрии. Просто не передать слова. Вот просто с хлебом. Сейчас буду есть. Чуть-чуть подкушаю. И стану готовить. Да. Сегодня целый день дождь. Такой день, как будет гуля. Ужас. Четверг, пятница будет выходная. Хочу манты сделать наконец-то. Так, наготовила котлеты, макарошки и компот. А это что, паровар? Паровар? Это мантушница. Это манты будем готовить. Так мочить же нельзя. Чего нельзя? Ну, плохо будет. Кому? Что ты придумываешь тут? Ну, кого манту? Господи. А манту?
которую это делают в школе. Так, этот, все, я спать. Боже, я еле сегодня пожарила те котлеты долбанные. Мне так тяжело еще не было готовить, как сегодня, ребята. Я не знаю, почему. Вообще, что еле топчусь. Я сейчас ловлю подушку и спать. Ого, 11. Все, до завтра. Всем пока.